Итак, всем привет, дорогие друзья. Продолжаем играть в Фитиль Уик. Так, я тут нашел карту Evidence. И тут карта есть, вот она. Она открывается после Миднайта. Так вот, кстати, я нашел тот самый предмет, который должен быть первым. Мне помогли, девушка помогла. Короче, первый предмет — это ножик. Он находится здесь, кэмп, лагерь. Не забываем юзать эту карту. Она есть только в главном меню, так что или запоминайте, или скриншотте, не знаю, перерисовывайте. Так, хорошо. Первый предмет — это ножик, он лежит около этого костра. Костер — это центр карты. Второй предмет — это маска, точнее он третий, но он второй, который я нашел. Или собираюсь рассказать, который вы найдете. Ладно, все, забейте. Короче, второй предмет находится здесь. Там, в этом сгоревшем доме, есть камин. И вот в этом камине, точнее на камине сверху, лежит маска. Вроде бы Тима. И кролик. Нужно еще найти кролика. Кролик находится здесь, в колодце. Не в колодце, а на колодце. Чего я постоянно так путаюсь? Ладно, продолжим. Давайте я даже покажу этот ножик. Вот, он примерно вот так выглядит. Да, ножик Тима. Ну, тут я нечаянно удалил записи следующих ночей. Поэтому приходится записывать уже эти ночи, которые я прошел. Да, я вчера ночью хотел еще раз записать, но сейчас мне придется заново записывать. Потому что я удалил записи. Ладно, продолжаем. Да, все, отлично. Молодец. Что рассказываешь нам все это? Первый час, давайте я усядусь поудобнее. Почему-то я не могу усесться поудобнее, когда подготавливаюсь к видео. Подготавливаюсь к записи. Блин, что ты лагаешь так? Точно, у меня ж TeamViewer открыт, я вспомнил. Skype открыт. Зачем сейчас Skype? Блин. Я ни с кем сейчас не разговариваю по Skype. Слышу песика. Ой, не могу никак забыть тот классный автобус. Классный в кавычках. Он меня веселит до сих пор. Вот, кстати, колодец тот самый. Почему я подхожу к нему, у меня начинает лагать. Давайте я просто буду гулять по тропинке и искать предмет, потому что в этой ночи я еще сам ничего не нашел. Да-да, ты страшная. Да, тут девочка добавилась, которая вот эта, заяц. Да, вы же не видели. Ну, вы наверняка видели, если вы уже смотрели прохождения другие. Не мои, конечно, но все-таки. Буду идти только вперед. Хотя, если смотреть по карте, и я буду идти только вперед, то, скорее всего, я буду просто ходить кругами. Но так хотя бы больше шансов найти что-нибудь. Допустим, где лежит крест? Ну, крест на кладбище, наверное, не знаю. Баран, козлина сейчас появится. Или он, или она. Появись, я жду. Свечка нужна. Она. Блин, тропинку потерял. Вот она. Уходи. Отошла. Блин, свечки нет. Вот это реально беда из бед. О, слышу, вижу. Где? Я не слышу плача, значит, пока бежать рано. Где свечка? Она была где-то тут. Ты чё ржёшь? Алло, лошадь. Свет. Хоть какой-то. Бойся. Бойся. Блин, я вот боюсь. Ты? Появилась. Беги, придурок. Беги. Чёртов баран. Все, убирал. Отлично. Чё ты? Свечка, пожалуйста, будь там. Хоть что-нибудь, да, там что-то есть. Сквозь стены прям вижу. Овца! Тупая. Блин, что это я видел такое? Не, мне показалось. Так, опять там дом. Больше ты меня оттуда не тпхнешь, надеюсь. Да-да-да, нет, дай свечку. Зажигай чертову свечу. Что у нас тут есть?
Да не лагай ты так. Нет, ты реально не лагай. Ни один предмет я еще не нашел. Есть смысл прогуляться до автобуса и до кладбища. Я не знаю, где кладбище, правда, находится. Блин, это же не третья ночь. Можно не бояться поднимать голову. Блин, ну это не смешно. Я аж чуть не отпрыгнул от монитора. От обычного скримера. Так, кладбище, про которое я говорил. Я не иду. Знаете, я что-то так... Я что-то боюсь. Я слышу шаги, но я не вижу никого. Я не люблю, конечно, кладбище, я пошел. Ну, вряд ли хоть кто-нибудь любит. Да-да-да, я знаю, что ты скрываешься в темноте. И все дела. Я, пожалуй, это... Возьму свою предыдущую свечку, потому что это уже догорает. Почему же это потухло? Потому что одна овца ее потушила. Сейчас поднимаю голову. Я же сказал, я уже даже не испугался. Я знал, я чувствовал. Ну, скорее всего, она где-то рядом. Она всегда рядом. Она рядом всегда. Парень. Не, ну ты уже не торт. Ты уже не торт. Не ори, хейтер сраный. Хейтер. Беги! Все. Не отдамся хейтерам. У меня целых 3 дизлайка на канале. Ну, это все считаю тоже много, потому что канал еще мало времени живет. Всего несколько месяцев, а уже есть те, кто ставит дизлайки. Ну, ты это тупая. Ты просто тупая. Ну плачь, плачь. Поплачь, пройдет. Нет, что такое? Ух ты ж, блин! Ты же это, того, ты зависла. Алло. Знаешь, я обиделся. Теперь вы тоже знаете, что такое обидеться. Она стояла и плакала. Далеко стояла. Но тут она, значит, это резко овца это подбегает и ловит нас. Я в печали и в грусти одновременно. Ну, слышится. Какой ублюдок это делает? Не в смысле мои видеоролики? Тут я и сам знаю. Кто шуршал? Ну, это точно не... Точнее, это точно ублюдок, потому что нормальный... Так не будет делать, ладно. Пойду под мост. Скатился, все, под мост лезу. Ага, я знаю, знаю тебя. Я знаю, что это. Во! Один предмет. Ты тупой! Перс. Коляска пропала, да? Ну, тут коляска была точно, потому что... Потому что я не курю, не пью, и мне не могло показаться. Да чё ты достала, молчи уже. Свечка погаснет. Ты еще овца тут орёшь. На мосту есть свечка, нет? Вроде не мерцает. Значит, нет. Не хочу туда идти. I see you. I see you, мазафака. Где свечка? Ты что, ублюдок? Иду по скрипучему мосту. Ты опять там плачешь, да? Дай свечку. Дай свечку. Ты, блин, дурак. Давай, давай, давай. Живи. Нет, нет, я понимаю, ты это. Ты девочка-мудак. Я не хочу с тобой разговаривать. Ну, простите уж. И где? В какой жопе? Я вижу, там недалеко свечка. В принципе, перспективы не такие плохие. Чё это такое? Камушек. Спасибо, что привела мне к голове кролика. Ну, может, мышь. Тупая овца. Простите. Извини, пожалуйста.
больше так не буду. Чё ты, а? Не, ничего, все. Ты ничего. Это я чё? Чё я тут хожу по твоему лесу? Мне показалось, здесь была свечка, нет? Да, откуда вам знать, что мне показалось? Нет, чё-то я там вижу. Такое шевелится. Может, это какой-то, не знаю, низкополигональный туман? Не, Варик. Чё такое? Чё это такое? Это камушек. Мне показалось, он как-то мерцал, что ли. Да пошел ты нафиг. Уж так, если по-интеллигентному. Ага, я знаю, что такое. Если я сейчас обернусь, этот чувак наверняка сзади меня. С боком. Нет, там свечка. Так, Тим, его блевота, то есть листики. И... Угу, спасибо. Мне интересно, это Тим или Лилиан своей башкой долбится? Мне страшно. Страшно выходить. Ну, надо. Ты урод, я знаю, мудак ты просто. Я не боюсь тебя. Не боюсь вообще, все. Ты уже не торт. Ты уже, скорее всего, это делает Тим. Ты, что это такое? Раз в Миднайте был только Тим, и было то же самое, вы наверняка сейчас посмотрели мое видео по Миднайту. Точнее, полночь. По полночи. То вы знаете, что наверняка это делал именно этот мудак, потому что только он тогда был там. А сейчас еще сестричку подключила. Где? Мудила. Сиди в своей пещере. Урод. Я слышу, он прям за мной был. Отдышись, отдышись, все хорошо. Прошли полчаса. Ну как полчаса? Да, полчаса, скорее всего, игрового времени. Сколько прошло в реале? Я уже не помню. Вроде минут 8. 4 скорее. Я еще не отдышался. Супер! Я просто счастлив. Пожалуйста, пацан. Нет. Нет, свеча. Свеча. Так, музыка пройдет. Все. За свечой. Я правильно иду? Прошел каких-то пару шагов. Уже потерял. Да, я видел, там что-то мигало, но это далеко было. Да? Нет? Серьезно? Я реально отсюда убежал? Опа. Это твоя точка. Ты здесь командуешь. А я это, я ухожу. Дети Слендермена, а. Ясно. Я знаю, что с тобой лучше не иметь дела, когда ты там стоишь. Или ползешь, летишь. Что угодно там делай. Только отвали. Голос как у взрослого мужика. Ей-богу, серьезно. Не у нее, в смысле, у меня. В смысле, у персонажа. Ой, ладно. Я один вижу здесь лицо. Сразу вспомнил фильм «Крик». Там вроде бы такая же морда была, какая мне показалась. Откуда вам знать, что мне показалось? Тупица, ты где? Ты чё орёшь? Блюдок. Так, если звук был сзади, то лучше не оборачиваться. А что будет, если я сейчас зайду? С кого убегаю? Да от ублюдка от одного. Сам у себя спросил, сам ответил. Дверь закроется, если я сейчас зайду. Да, молодец. Захочу поставить хотя бы секунд 10, то дверь сама закроется. Я не хочу этого. Что я вижу там? Да, всего лишь низкополигональный дым. Ёба, я только бок решил почесать. Не-не, спасибо с вас. Спасибо. Мост плохой, я не хочу на мост, но я, кажется, иду именно на мост. Поворачивайся к звуку, тупой я. Я иду в сторону этого звука. Еще бы диван найти, я тут диван, кстати, видел. С листочками.
Все, твоя точка. Слышали? Вы слышали те шаги? Бам! Бам! Толстяка здесь еще нет. Бегемот. То овца, то бегемот, то козлина. Давай вещи своими именами. Ну и осталось там пару минут. Вот они такие петушатся. Как это можно назвать? Хоть бы не на кладбище прийти, пожалуйста. Не люблю кладбище, но мне придется туда когда-нибудь прийти. Найс. Чем я это сделал? А, наверное, чтобы выжить. Так, иду на звук собаки. Собака, волк, лучше меня загрызли. Серьезно. Это лучше. Сейчас обожжешься, выброси спичку. Хотя нет, не выбрасывай, не выбрасывай. Держи, обожгись, гори. Влейся керосином. А лучше просто убей этих мудаков. Сколько свечек? И у меня ни одной. Дайте, пожалуйста, свечку. А еще лучше предмет этой ночи. Крест. Я буду просто счастлив. Просто, мать вашу, счастлив. А сейчас я тоже счастлив. Спасибо. Огромное спасибо. We were on our way back home, and we totally heard some... Ну что ж. Totally. Like somebody... Скриншот будет под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь моими видео с друзьями ВКонтакте, в Одноклассниках или где еще хотите. И всем чао! Также не забывайте подписываться на канал T-Worlds Play. T-Worlds Play – замечательный канал про T-Worlds. T-Worlds Play – это команда игроков из двух человек, которые периодически проходят различные карты в игре T-Worlds. Сам смотрю иногда видеоролики по T-Worlds, хотя сам не умею играть в T-Worlds. Вот такая вот логика. Также у них есть различные гайды, как бы сказать, и мини-игры в Майнкрафте. Тоже иногда смотрю, тоже нравится. В общем, подписывайтесь, я уже подписался. Они также у нас есть в интересных каналах. Так что дерзайте. Да-да, вот он, вот он.